элиты импровизированного флота задумки «Старшие матросы». Эту партию доверили будущим выпускникам. Егор Меркулов «Яблочко» танцует уже 6 лет. Говорит, до такой жизни докатился благодаря упорству и старанию. Я прыгаю в матросах разножку. Всегда мечтал туда попасть. Хотя для разножки, на самом деле, растяжка и не очень нужна. Но смотрится она красиво. Вот. Вроде как ноги раскрываешь, а там нужен прыжок и старание. По сути, это все. Да. Прыжок тоже дорабатывается. В общем, вообще в танцах самое главное – это старание. Знаменитая мелодия появилась еще в царской России. Попав на Черноморский флот, незамысловатая плясовая музыка сразу полюбилась морякам и стала их визитной карточкой. В задумке «Яблочко» обычно танцуют полсотни мальчишек, но на всероссийский конкурс в Москву едут только 34. Подготовка идет полным ходом. После уроков у ребят длительные тренировки. Педагоги говорят, такие танцы воспитывают в парнях мужской характер. В танце мальчик должен быть мужчина, должен мужское начало, понимаете? Поэтому номера у нас все такие, они должны быть сильными, они должны уметь девочку поднять и показать, что они настоящие мужчины с крепким мужским характером. Поэтому они любят такие танцы, где можно себя проявить именно, понимаете, как это сила, ловкость, умение. Поэтому им нравится танцевать танцы, где есть какие-то трюки, есть какие-то гимнастические, как вы говорите, упражнения, чтобы можно было себя показать во всей красе. С выступлениями воспитанники задумки уже объездили весь мир. Недавно получили гран-при на международном конкурсе в Париже. Уверены, угощение в виде яблочка понравится столичному жюри. Алина Чемерис, Дмитрий Мешканцов, «События».